Запахло жареным. Девочки, мальчики. Я вернулся. Что будем готовить, не знаю, девочки, мальчики. Я сейчас картошки хочу навести. Либо картошки сварю, либо надо почистить чего-нибудь. Надо что-то готовить. На день, на два. Я если начинаю готовить, то на дней 5 максимум. Суп приготовил один раз и на неделю. И все. Так, сейчас я это залью. Яблоко старое, мы где-то вместе. Ой, Боже. Боже мой. Сейчас я картошку достану, надо помыть ее. Я без тебя не могу. Да. Да-да-да. Так, картошки сразу надо. Что-то мне там одна писала. Да. Я без тебя не могу. На-на-на-на-на-на-на. Картошку? Картошка своя, кстати. Ну, кофе надо попить. А куда я делаю это? Лето, куда я поставил? Лето, где-то. А у нас зима. Сейчас почистим картошку и будем варить. Сварим. Там лук надо еще. А вы чем занимаетесь? Варите или не варите? Я-то варю. Я уже запарила кофе. У меня кофе вон она. Сейчас покажу, ребята. У меня вот еще. Вот она еще кофе, вот она. Я вчера делал и сегодня еще делал. Вот она. И вот. А это растворимый кофе. Сейчас картошечку почистим. Надо волоса постричь, ребята. Да. А где же ваши лайки, господа зайки? На лысо, как на лагерях. Ой. Знаешь, я на лысо стригся. Мне было 15 лет. И у меня точно такие же волосы были. Я, короче, взял ножницы, это было в деревне, никто не хотел меня подстригать. Взял ножницы, овечьи. У нас овечек много было. И это, короче, херась, а там еще рыба была. Ой, как ее, какая рыба, блядь, ебанутое создание, сука. Рыба, блядь.